I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Всем доброе утро. На часах без 10:05 я уже выхожу из дома, потому что мне нужно добраться до буса, а потом на нем поехать на работу. Сейчас покажу вам, как на улице. Вот и улица. Там еще где-то видна луна. Столбы еще не выключены, но уже светает. Так как вчера было воскресенье, а до этого была суббота, то я успела выспаться, несмотря на то, что долго не могла уснуть. Надеюсь, бодрости хватит на весь день. Ну вот оно время. Вот, посмотрите, столбы еще горят. Смотрите, там кто-то есть, травки. Это ежик. Посмотрите на дороге в 5 утра. Никого. Спускаемся в метро, потому что до буса мне надо добраться на метро 4 остановки. Я на остановке, жду свой бус. Уже некоторые люди с моей работы уехали на другом бусе, но я жду свой красненький. Вот он, мой красненький, подъезжает. Все, меня уже привезли обратно с работы. Я могла выйти и поехать на метро, но я вышла немножко в другом месте, потому что погода хорошая, можно прогуляться. Заодно можно показать вам, какие здесь домики. Вот так все. А там немножко повыше домик. Вот тут вот в одном из дворов такая небольшая детская площадка. Здесь скамеечки, чтобы мамы сидели. И там, ну, чуть-чуть качелек, чтобы детям было где немножко поиграть. Сокращу немножко дорожку и пройду через частные дома. Вот за мной там частные домики с маленькой территорией. Ну, хоть какая, но своя. А у некоторых вообще никакой территории нет. Вот такое вот маленькое-маленькое местечко перед домом. Машины здесь. Но некоторым повезло чуть больше, и они сделали себе вот такой вот гаражик. Еще гаражик. Тут целых два гаража. Даже три. Я сократила немножко путь. И вот там вот через дорогу вот этот вот уже виднеется дом. Хоть там я показывала, что вот через дорогу наш дом, вот там шумно, и до сих пор еще слышен шум. Удивительно, но наш дом
Очень странно так расположен. Но там практически ничего не слышно. А ночь вообще тишина. Сейчас я вам покажу, где домик. Так, это наши соседи. А вот наш дом. Но прямой дороги к нему нет. Нужно немножко обойти. Ну вот. Вот и дом. Сейчас придем к подъезду. Здесь гаражи. А там наш дом. Всем привет. Мы едем в лифте в школу. Мы уже поработали, пришли домой, покушали. И теперь едем в школу. Изучать политику Германии. Которая нафиг нам не нужна. Да, самый интересный и скучный курс, но приходится. До школы мы добираемся. Точнее, нет. До Убана, до метро. Мы добираемся на великах. В метро мы добираемся на метро. Вышли из метро. Идем на свою любимую остановку, на которой школа. Налево. Запоминайте дорогу, потом будете сами ходить. Впереди наши тоже идут в школу. Притом все опаздывают. Сколько у нас там не фокусируется. Тут на третьем этаже выходят окна нашей аудитории. А здесь дверь нашей школы. А нету названия нигде? Не висит? Нет. На двери написано школа, к которой мы идем. Упс. Пришли, она говорит, что тут тест надо писать. Уже вообще. Не успеваем прийти. Сразу тест. Находимся в очень злачном месте. Называется центральный автовокзал. Не авто. Любой вокзал. Железнодорожный. А, да, железнодорожный. Это есть Лидл? Короче, сзади. Просто мы, наша школа находится возле этого вокзала, поэтому тут всегда есть магазин Лидл, который открыт допоздна, да. И даже в выходные. А мы работаем, а мы учимся до 9, поэтому это единственный магазин, который открыт. Все, мы научились. Мы вышли на свои станции, идем к нашим велосипедам и едем домой. Чего так высоко поднимаешь? Чтоб ты был виден. Так наоборот, ниже. Ну вот таким вот образом мы едем домой. Вот. Вот таким вот. За рулем нельзя разговаривать по телефону, поэтому извините. Все, мы уже дрыхнем. Да. 9:30 на часах. Понедельник. Пора спать. Очень рано вставать с утра. Всем пока. Пока.